7 ноября шахта имени Ленина угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» отметила свое 55-летие. Поздравить предприятие с юбилеем во дворец культуры города Шахтинск пришли сотрудники и ветераны шахты, руководители угольного департамента и представители городского акимата. В своей поздравительной речи аким города Шахтинск сержант Аймаков отметил, что шахта имени Ленина является одним из первых угледобывающих предприятий Шахтинского региона, и во многом именно с нее началась история этого города. Сегодня, в этом году мы очень богаты на наши юбилеи. Я благодарен руководству директорам шахты, я благодарен руководству угольного департамента. Я всегда говорил, что нет юбилея какого-то отдельного предприятия. Это юбилей нашего города. И все такие юбилейные торжества надо отмечать на уровне нашего города. Спасибо, что и сегодня мы организовали такой праздник. Не только для коллектива, но и для всего нашего города. Почетными гостями праздника стали бывшие директора шахты имени Ленина Алексей Федорович Сидоренко и Николай Александрович Дришт. А Михаил Павлович Сарафанов прислал письмо с поздравлениями в адрес шахты из Канады, где он сейчас проживает. Для всех них шахта – это не просто предприятие, на котором они работали, это нечто большее. Об этом в своей поздравительной речи говорил и директор угольного департамента Андрей Черномаз. Предприятие – это дом, куда люди приходят, полностью отдаются, общаются, разговаривают. И очень многие, почти все, без предприятия не могут и не представляют. В отпуске туда едут, туда звонят. Выходной день тоже тянет. С юбилеем вас, уважаемые горняки шахты имени Ленина. За 55 лет коллектив добыл 103 миллиона тонн угля и прошел 759 километров горных выработок. Такой своеобразный итог работы предприятия подвели директор шахты имени Ленина Арман Калыков и главный механик угольного департамента Александр Трот. Это все благодаря тому фундаменту, который заложили наши ветераны, которые передали нам это предприятие. Я считаю, это уникальное предприятие, которое работает уже 55 лет. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, благополучия. Это начало пути, то есть еще все впереди, еще много, запасов очень угля много. Вот. Коллектив боевой, коллектив хороший. Вот. Довольно много сейчас приходит молодежи, значит, на предприятие. Поэтому, я думаю, все впереди. По традиции, кроме поздравлений, подарков и концертной программы, на сцене Дворца культуры города Шахтинска состоялась и церемония награждения лучших сотрудников предприятия. 56 представителей трудового коллектива были удостоены в этот день различных наград, благодарственных писем акима Карагандинской области и города Шахтинск, почетных грамот директора угольного департамента и директора шахты, нагрудных знаков «Шахтерская слава» первой и второй степеней и медали «Енбек Ардагеры». Одним из награждаемых стал заместитель директора по административным вопросам Валерий Ким. На шахту имени Ленина он пришел 37 лет назад, сразу после института по совету своих братьев, которые тоже посвятили свою жизнь шахтерскому труду. Ну, я коллективу нашей шахты желаю, чтобы она как можно дольше работала, потому что здесь все наши родственники, знакомые, дети, ну, я думаю, что и будут работать наши внуки. Поэтому всему коллективу желаю здоровья, благополучия.